привет! Сегодня я буду украшать детский тортик. Это торт для моего сына на день рождения. Внутри у меня карамельная девочка. Ссылочку на рецепт я оставлю под видео. Там вы можете найти и вес, и как я его собирала, и как я его покрывала белково-заварным кремом. Сейчас я его буду окрашивать с помощью аэрографа. И вот хочу, меня очень много спрашивают и очень часто спрашивают, какой у меня аэрограф. Вот, посмотрите, какой у меня аэрограф. Модель, все здесь написано. Потому что заказывала я его на AliExpress. Пришел он просто в белой коробочке, без всяких надписей. Пришел он мне бракованный. Во-первых, когда включаешь вот этот блок, он так постепенно уезжает. А во-вторых, вот бочонок очень плохо припаян к вот этому вот пистолету. И он протекает. И я постоянно вот так заклеиваю скотчем. Поэтому не советую брать на AliExpress. Ну, возможно, мне такой пришел бракованный. Возможно, я развела желтый краситель, водой развела, топ-декор. И сейчас буду окрашивать. Окрашивать буду двумя цветами. Сначала желтый, а потом добавлю зеленый краситель и буду окрашивать зеленым. Теперь я развела вот такой краситель, Color Gel, цвет называется Lime. Тоже развела водой. Взяла насадку маленькая травка, можно любую травку. Крем окрасила, топ-декор зеленый и наш кондитер зеленый мох. Вместе смешала. Сделаю внизу травку. Приклею надпись. Это надпись на сахарной бумаге. Изолировать от белково-заварного крема ее не нужно ничем. Вот просто берете и приклеиваете, и она не потечет. Взяла насадку 2S. Вот такая вот звездочка большая. Можно любую звездочку взять. В крем зеленый добавила еще немножко кредо номер 41 цвет тархун, чтобы сделать потемнее немного цвет. Сделаю кактусы. И вот для иголок набрала белый крем и срезала немножко край пакетика. И сейчас сделаю кактусы. Вот так вот. И теперь белые колючки. Теперь поставлю топперы героев игры. Это сахарная бумага. Я ее приклеила на мастику. Клеила декор гелем. Также из мастики сделала вот такие вот спиральки. Я раскатываю тонко мастику, режу ножом для мастики и вот накручиваю на кисточки. И потом вот так снимаю аккуратно. Они высыхают. И вот такие получаются спиральки. Также я поставлю леденцы из изомальта и цифру.
добавлю вот такие вот посыпки сахарные. Такой вот у меня получился тортик. Все сюда приклеила, что любят дети. Звезды и вот такие шоколадочки я делала вот в таких формочках. Делала из шоколадной глазури. Вот буквы также из шоколадной глазури делала вот в такой форме. И цифру 8 делала в такой форме. Делала из изомальта вот с такой вот посыпкой. Кому интересно, как ее делать, я под видео оставлю ссылочку. Называется детский тортик Леди Баг. Торт для девочки. Вот именно там я показывала, как я делаю такую цифру. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!